а это точно сладкое? Конечно, главное укуси, хорошо. Короче говоря, я смешной. Это было воскресенье, 8 часов утра. Я сладенько спал, но вдруг я почувствовал, что что-то ползет по моей ноге. Тебе что, делать нечего? Зачем ты с меня издеваешься? Брат, видел бы ты свое лицо. Ладно, я пойду еще посплю, а ты простынь поменяй, а то обкакался, наверное. Когда сестра ушла, я проверил свою заначку с деньгами, которую копил целый год. Денежки мои родненькие, как же вы меня радуете. Не то, что моя сестра, постоянно ржет с меня и прикалывается. Нужно ее проучить, чтобы знала, как с меня смеяться. Я спрятал назад заначку, встал, оделся и пошел в... Так тебе, так, получай, получай. Так тебе, так. Я поиграл, почистил зубы, погладил Мурчика и пошел на кухню попить молочка. Ой, как хорошо. Ну что ж, пора теперь и мне посмеяться. Я пошел в комнату к сестре, открыл дверь, где она спала, взял ее телефон и перевел время на 2 часа вперед, включил будильник и поднес к ее уху. Ты что, дурачок? Зачем под самое ухо подставил? Как смешно. Сколько времени? 10 часов. Ты очень долго спишь, а сама меня ругала, что я долго сплю. Как ты там говорила? Нужно просыпаться с рассветом солнца. Вот и просыпайся. 10 часов? О нет, я же проспала. Меня подруга уже целый час ждет. Кстати, она тебе звонила раз 20. Я все время вызов сбрасывал. Так почему же ты меня не разбудил? Ну ты так сладко спала. Кажется, так ты мне сказала, когда я просил тебя разбудить перед контрольной. Я еще потом целый месяц за математичкой бегал, чтобы пересдать. Сестра, а когда ты вернешься? Не знаю, некогда разговаривать, я побежала. Вот дура, сейчас только 8 часов утра, а не 10. Сестра вернулась быстрее, чем собиралась, и почему-то без настроения. Брат, ты что, издеваешься? Какие 10 утра? Ой, наверное, у тебя телефон залагал, когда ты спала. Наверное. Разве я встала на 2 часа раньше? Значит, будем делать уборку. Ну блин! Сначала мне было облом убирать, но потом я подумал, что уборка тоже может быть веселой. Это отличный повод потроллить сестру. Сестра принесла пылесос и сказала, что проверит качество уборки. Хорошо, сестра, я все пропылесошу. Что-то ты слишком легко согласился, как будто снова что-то задумал. Ничего я не задумал, просто реально скучно. Утро, друзья все спят, а в КС играть надоело. Ну вот и хорошо. Проведешь каникулы с пользой. Когда сестра ушла, я включил пылесос и сделал вид, что занят уборкой. Спустя 3 минуты я незаметно пробрался на кухню, взял муки, вернулся назад в комнату и начал насыпать в пылесос. Вот так, каникулы обещают быть веселыми. Сестра, иди скорее сюда, пылесос не работает. Что случилось? Ты без моей помощи даже с пылесосом справиться не можешь. Так а я при чем, если он не работает? Брат, а что ты с ним сделал? Ничего я не делал. Я пылесосил, и он сам выключился. Я его даже разобрал, а он все равно не включается. Даже пылесос в одной комнате с тобой долго не выдержал. Сейчас посмотрю, что с ним. Может, в трубе что-то застряло. Я тебя сейчас убью! Все! Сейчас по морде получишь! Все, сестра, успокойся, я же просто пошутил! Сестра обижалась недолго и придумала мне новое наказание. Заставила чистить картошку! Вот я ставлю картошку на плиту, а ты следи, чтобы не подгорело, и не забывай перемешивать. А я пока пойду маникюр сделаю. Но сестра, ко мне Ростик должен прийти. У меня нет времени. А шутить значит было время. Вот и следи за картошкой. Когда сестра ушла, я решил, что и на кухне можно весело провести время. Я взял фольгу, положил ее в микроволновку и включил на максимум. Сестра, у тебя тут молоко убежало. Где? Да я пошутил. Ха-ха-ха. Сегодня что, 1 апреля?
Когда ты уже успокоишься? Ты уже задолбался своими шуточками. Они даже не смешные. Почему же не смешные? Мне же смешно. А мне не смешно. Прекрати свои шуточки, а то останешься без обеда. Все, все, я понял, понял. Больше не буду шутить. Ну вот и отлично. Сестра, у тебя там картошка подгорает. Так я ее только 10 минут назад поставила. Хватит уже шутить. Сестра, ну она честно подгорает. Ага, еще скажи, что молоко сбежало. В общем, шутка с обедом вышла так себе. Ты кушай, кушай. Другого обеда не будет. Правда смешная шутка вышла? О, это, наверное, Ростик пришел. Пойду открою. Нет, ты сиди кушай, а я сама открою. Пока тарелка не будет пустой, ты из-за стола не встанешь. Маша, привет. Чего твоя сестра такая злая сегодня? Привет, Ростик. Да я решил устроить день веселья. Шучу над ней целый день. Мне кажется, что ты считаешь себя бессмертным. Ничего, еще не вечер. У меня для нее много приколов. Кстати, Паша, зачем ты ешь черную картошку? Она же сгорела и похожа на угли. Спасибо, бро, что заметил. Ты прям капитан очевидность. А какого фига ты с утра самого приперся? У меня к тебе дело есть. Ну, говори. В общем, хочу маме на день рождения купить духи. Я раньше деньги со столовки отлаживал, а сейчас из-за долбанного карантина полный пипец. Пожалуйста, одолжи 200 рублей. Ростик, только пообещай мне, что через месяц вернешь. Я хочу купить новую приставку. Я эти деньги целый год откладывал. Хорошо, обещаю. Вот, здесь 200 рублей. Спасибо, Паша, ты настоящий друг. А то, а теперь идем в КС поиграем. Давай, Ростик, мочи их всех, красава! Что там случилось? Не знаю. Побежали быстрее! Мы прибежали на кухню и увидели напуганную сестру рядом с микроволновкой. Сестра, твоя прическа называется «Взрыв на макаронной фабрике». Паша, ты меня достал! Зачем ты запихнул фольгу в микроволновку? Ну прости, я не знал, что она взорвется. Сестра, не обижайся на меня. Я для тебя приготовил маленький подарочек. Вот, держи. Что это? Давай, давай, открывай. Ростик, идем посмотрим. Интересно. Сестра разозлилась, и я вовремя предложил Ростику сбежать из кухни. Я рассказал Ростику о приколе с пылесосом. Он, в отличие от сестры, шутку оценил. Спустя 2 часа сестра зашла в комнату очень довольная и сказала: а я вам вафельки принесла. Спасибо. Так ты уже не обижаешься? А чего мне обижаться? Я как раз хотела новую микроволновку. Хорошо, что в твоей заначке были деньги. Что? Ты что, потратила мою заначку? Я же на новую приставку собирал целый год! Короче говоря, я смешной. Ребята, а пока я догоняю свою сестру, чтобы побить ее, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях, а что бы ты сделал, если бы кто-то потратил твою заначку? Пока!
Что, сестричка, походишь чуть-чуть лысой? Короче говоря, я смешной. Два. Это была среда 2021 года. Я проснулся и понял, что опять не выспался из-за музыки, которая доносилась из кухни. А еще я давно не разыгрывал сестру. Нужно это исправить. Я решил, что сегодня не дам сестре скучать. Я встал, пошел в ванную, умылся, взял телефон и позвонил сестре с левого номера и поделал голос соседки. Алло, это ваша соседка сверху. Вы вообще знаете, что вы мою квартиру затопили? А я только ремонт сделала. Как же так? У нас же ничего не текло. Я сейчас все проверю. Сестра, у нас тут, кажется, вода из крана на пол текла. Но я уже выключил его. Это, видно, ты забыла выключить воду. Мне только что соседка сверху позвонила и сказала, что мы затопили ее квартиру, а у нее новый ремонт. Мне нужно срочно к ней бежать, а у меня волосы мокрые. Так высуши волосы феном. На, держи. Спасибо, сейчас высушу, а то нужно быстрее собираться. Давай, давай. Сестра, не нервничай так, мало ли как она там оказалась. Брат, это все твои проделки, я поняла. Ничего не знаю, сестра, тебе пора к соседке. Когда сестра ушла к соседке, я пошел в комнату, достал свою заначку и стал считать, сколько денег мне подарили на Новый год. 6600, 6800, 6900. Отлично, как раз хватит на новые наушники. Я включил комп, зашел на Е-каталог, в строке поиска написал Air под 3 и нажал кнопку «Найти». Отлично, теперь поставлю цену от 6000 до, например, 6900 гривен. И выберу цвет корпуса красный и нажимаем «Показать». А вот и мои наушники в красном цвете. Все, покупаю их. Ребята, кто не знает, где купить товар дешевле всего, заходи на Е-каталог. Здесь ты будешь экономить, как и я. А если хочешь в этом убедиться, переходи по ссылкам в описании и покупай выгодно. После того, как я купил наушники, я... пошел в ванную, взял зубную пасту и пошел на кухню. На кухне я достал хлеб, взял тарелку, взял колбасу, открыл зубную пасту и нанес ее на кусок хлеба. Сестричке понравится этот бутербродик. Спустя 15 минут сестра вернулась от соседки, почему-то расстроенная. Сестра, что случилось? Соседка посмотрела на меня, как на сумасшедшую, и спрашивает, как это мы смогли бы затопить верхний этаж. Выходит, меня просто кто-то разыграл. Кто бы это мог быть? Узнала бы, кто это, все уши поотрывала бы. Сестра, ну не расстраивайся. Я вот тебе бутерброд с майонезом приготовил. Держи, угощайся. Как это мило, что ты заботишься о сестре. Спасибо, брат. Паша, что это за кошмар? А что, бутерброд невкусный? Здесь же зубная паста вместо майонеза. Ой, прости, сестра, я, наверное, перепутал тюбик зубной пасты с майонезом. Давай я тебе другой бутерброд сделаю. Не нужно, спасибо. Я, кажется, начинаю подозревать, кто весь день издевается надо мной с несмешными шутками. Ты кого-то подозреваешь? Кого-то, кто любит неуместно и не смешно шутить. Например, моего брата. Ну, сестра, разве я стал бы издеваться над тобой? Вот я даже хотел угостить тебя последней бутылочкой Пепси. Вот, последнюю от сердца отрываю. Упс. Кажется, мне пора кушать идти. Я решил, что раз уж сестра раскрыла мой план, можно больше не прятаться. Сестра, у тебя тут что-то на голове. Где? Вот, походу это огромный паук. Убери его! Убери! Да пошутил я, пошутил, успокойся. Ну все, тебе хана! Да я пошутил, успокойся. Наконец-то сестра успокоилась, а то я подумал, что придется из окна прыгать. Сестра даже дверь выбила, когда я в комнате закрылся. Хорошо, что она вовремя увидела, что паук не настоящий. Так, вроде бы сестра уснула. Значит, самое время для новой шутки.
Надеюсь, она будет довольна. Ну вот, все готово. Красота! Брат, что ты опять задумал? Паша, ты что, с ума сошел? У меня же сегодня свидание, а теперь у меня на руке набит какой-то чудик с крестом. Ой, мне пора идти убирать свою комнату. Я пошел. Что-то мне надоело шутить над сестрой. Пора поиграть в КС. А это еще что такое? Уборка сама себя не сделает. Помой посуду. Покорми Мурчика. Вынеси мусор. Приготовь сестре ужин. Ну ничего себе, так может мне вообще всю работу по дому делать? А зачем мне тогда сестра? Я играл 2 часа подряд и наслаждался жизнью. Играть, конечно, хорошо, но не на голодный желудок. Я решил, что пора подкрепиться и пошел на кухню. Сестра, ну это не смешно! Еще как смешно! Я надеялся, что сестра пошутила один раз и успокоилась, но не тут-то было. Сестра, ты не видела мой телефон? Мне нужно Ростику позвонить, я его тут на столе забыл. Конечно видела, вот он! Нет, сестра, что ты наделала? Как я буду теперь без телефона? То есть ты меня пауком пугать можешь, а я не могу себе позволить выбросить твой телефон? Но то был не настоящий паук. Отдай, отдай, хватит шутить свои шуточки. Да-да, именно так я тебе и говорила. Но ты почему-то свои шуточки не прекращал. А теперь кто знает, что тебя еще ждет? Я передвигался по квартире, как ниндзя на задании, потому что опасность могла подстерегать меня за любым углом. Я увидел, что сестра ложится спать, значит больше нечего бояться. Так что пора идти чистить зубы и спать. Ну и день сегодня был. Ой, Паша, а что это? Я перепутала зубную пасту с горчицей? Короче говоря, я смешной. Ребята, а пока я пытаюсь отмыть рот от горчицы, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях, как ты шутишь над сестрой и братом. Ну а на сегодня все. До встречи!
моя сударочка, нежданно и непрошенно дарила мне подарочки, плохие и хорошие. Далек я от невинности, не плакался, не жалился, но если по взаимности, так я всегда, пожалуйста. Поцелуй меня, удача, а захочешь, обними. Ну, а нет, так не заплачу, кого хочешь, выбери. Поцелуй меня, удача, а захочешь, обними. Ну, а нет, так не заплачу, кого хочешь, выбери. Всяк за себя дает ответ, молва потом проложит след, и где-то спрятан объектив, развода есть и негатив. Я отношусь по-разному к собратьям-то по разуму. Бывало и подашь кому, но чаще по-хорошему. Поцелуй меня, удача, а захочешь, обними. Ну, а мне так не заплачу, кого хочешь, выбери. Поцелуй меня, удача, а захочешь, обними. Ну, а мне так не заплачу, кого хочешь, выбери. Душа за братство борется, а ум за деньги мается. Когда же все устроится, когда же все направится? Кому судьба молить и ждать, кому повелевать и брать? Да все хотят наоборот, источник счастья сам народ. Поцелуй меня, удача, а захочешь, обними. Ну, а нет, так не заплачу, кого хочешь, выбери. Поцелуй меня, удача, а захочешь, обними. Ну, а нет, так не заплачу, кого хочешь, выбери. Нет, так не заплачу, кого хочешь, выбери. Поцелуй меня, удача, а захочешь, обними. Ну, а нет, так не заплачу, кого хочешь, выбери. Другую, хоть не люблю, но целую.
когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю. Губы твои, как маки, платье по моде носишь. Shots drinking fast and we talk slow. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. We were staying in Paris to get away from your parents. And I thought, well, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Oh, we crazy, living our life through the lens. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate to be with someone new. You just want attention. Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things I like, don't think that I can't explain it. What can I say? It's complicated. I don't wanna live forever, cause I know I'll be living. Sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, Noah's high enough. Been reading books of gold, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control. You are unforgettable, I need to get you alone. When I miss you, all I get is wildfire. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. If you like my life, take mine. I am you. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Oh,
Thank you.